Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Всем привет! В эфире рубрика «Только посмотри!» В студии Артём и Степашка! Друзья, не отходите от экранов! Вам есть что посмотреть? Потому что нам есть что показать! Сегодня в выпуске! Можно ли убежать от самого себя? Чистота – залог здоровья! Лает, не кусает и в дом всех пускает. Артём, а ты любишь подвижные игры? Конечно, но играть у меня в них редко получается. Почему? Для таких развлечений нужна большая компания, а она находится не всегда. Тогда видео от нашей первой участницы как раз для тебя. Расскажи поподробнее, Степашка. Кремовая такса Эмми очень любит играть в догонялки. Но бывает так, что делать ей это не с кем. Жалко Эмми. Она, наверное, грустит. Нет. Недавно собачка нашла решение и теперь может веселиться, когда захочет. Только посмотри, что она придумала. А у Эми это отлично получилось. Правда, думаю, играть с друзьями все-таки интереснее. Это точно. Вот Джек Рассел Терьер Джесси и кот Том Ям очень любят проводить время вместе. Они не только веселятся, но и помогают друг другу в разных делах. Например, умываться. Только посмотри. Как хорошо устроился Том Ям! Когда рядом такой друг, можно не тратить силы на водные процедуры. Следующий участник нашей передачи – Корги Тео. Тоже не любит напрягаться. Но это не мешает ему оставаться отличным охранником в доме. Для того, чтобы отпугивать незваных гостей, он использует ленивый лай. А почему ленивый? Давайте узнаем! С такой охраной ничего не страшно. Думаю, если кто-то и захочет прийти домой к Виктории, то только чтобы обнять и угостить Тео. Согласен. Какой хороший выпуск получился у нас сегодня. Друзья, вам есть что показать? Тогда присылайте свои видео на нашу почту. Адрес внизу экрана. Возможно, именно ваш ролик мы покажем в следующем выпуске. На канале «Карусель».